собрались, обсудили, поговорили, без драки. Потому что кому-то эта драка нужна, кому-то нужен хаос, вы знаете, кому на этой земле. Живите мирно. А мы сделаем все для того, чтобы, еще раз говорю, вы не пожалели, что остались здесь. Я вспоминаю, как здесь первые годы моего президентства, в середине 90-х, хотели создать Полесскую республику. Отсоединиться от Беларуси. Ну, это ж подкидывали опять и деньжат, и идеи оттуда. Ну и что сейчас бы было с Полесской республикой? А Полесской республики уже бы не было. Потому что нам удалось сохранить эти земли только благодаря тому, что вот мы со всей страны собирали эти деньги и направляли их сюда. Сейчас они очнулись. Хотят разделить опять пополам Беларусь. Не получится. И даже без меня не получится. Все, мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна. И мы никому ее не отдадим. Спасибо вам. Всего доброго. Благодарю вас. Валентина Игнатенко, я уроженка деревни Спирижи. Александр Григорьевич, разрешите, пожалуйста, от чистого сердца, от наших земляков, вручить вам мою работу. Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких, и всю нашу любимую родину Беларусь. Спасибо большое. Спасибо тебе. Короче, это мой ангел-хранитель. Кабинет. Спасибо большое. Александр Григорьевич, Враги – наша малая родина, родина наших предков. Посмотрите, в каком красивом городе мы живем. И за все это вам огромная благодарность, за то внимание, которое вы уделяете нашей Брагинщине и нашим Чернобыльским районам. Спасибо вам огромное. А мы вас, земляки дорогие, мы всегда вас поддерживали и поддержим. Спасибо. Спасибо большое. А спасибо.